Приветствую тебя, дорогой зритель. В этом видео поделюсь с тобой уникальной информацией, которая пойдет тебе на пользу. Во-первых, потому что с ней легко и просто можно поймать очень много рыбы. При этом этот способ абсолютно бесплатный. И сможет его повторить даже самый неопытный рыбак. Поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить свой королевский лайк, написать комментарий, поделиться этим видео с друзьями в соцсетях, Одноклассники, ВКонтакте. Ваша поддержка мне очень важна, чтобы я и дальше вас радовал такой уникальной и секретной информацией про рыбалку. Сегодня очень простой бесплатный способ, который понравится абсолютно всем рыбакам. Вы будете в восторге, когда попробуете и увидите, сколько много рыбы клюет с этой насадкой. И чтобы ее приготовить, понадобится корочка обычного черного хлеба. Также понадобится вот такой вот маленький кусочек обычного сухого бульона. Его нужно тщательно раскрошить, добавить немного водички и все тщательно вместе с хлебушком замешать. Вот буквально за полминуты получается у нас вот такая вот супер насадка. Рецепт ее многие опытные рыбаки до сих пор хранят в тайне, а я вам сегодня от души поделился на благо наших братьев рыболов. Спасибо вам за поддержку и желаю вам всего доброго. До скорых встреч!